Может, она так и едет вот. Новые дома здесь построили, да? Да, красивый, чистый, действительно. Молодцы, андижанцы. Мы приехали в Андижан. Аллаха шкюрлер олсун. Эй, азиз анам. Азербайджан, Азербайджан. Сени бавлиям, Узбекистан, Азербайджан. Это слово. Знаете, что обозначает? Видите? Мой азер, братишка, встречает нас с Тимур Рахимовым. Замечательный ресторан Тумшокджуджа в Андижане. Спасибо, азер. Спасибо. Да, мы ради народа Узбекистана, Азербайджана готовы всегда. Я вас очень уважаю. Спасибо большое. Чок салолам. Аллах версин. Аллах версин. Салам алейкум. Спасибо азербайджанскому народу, азербайджанскому общину. Благодарим от Сада Шерова и от Азера. Благодарю. Азербайджан, Узбекистан! Мен северим Азербайджаны. Мишлин Магомаевым, кардашларыма. Менім кардашым, Азер! Чок сау ол! Сау ол! Аллах берсін! Миннет алам! Сау ол! Достлук! Мікемел олсун! Азербайджан. Дорогие друзья, Тимур Рахимов, я горжусь, что я певец. Эй, азиз анам, Азербайджан, сени бағлыям, Азербайджан. Emrimi manası san, kardeşlik dünyası san, anamı anası san, Azerbaycan. Ты меня зовешь, Азербайджан. Ты во мне поешь, Муслимджан. Как огни твои светлы, как слова твои теплы, ты звезда моей судьбы, Азербайджан. Это город Андижан, дорогие друзья, ночной. Не знаю как, но он сказал парк Алишера Наваи. Hoşam şarabından değil, şehri gezirem men değil değil. Dünyanı dumanla görür emindi, sevgiden deliyem ona değil. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem, yakınlara uzaklara aya gitsem,
sen sevmeme şansım yok mene inan. Bu dünyada o dünyada seninleyem. Hara gitsem, hara gitsem, hara gitsem. Yakınlara, uzaklara, aya gitsem. Seni sevmeme şansım yok mene inan. Bu dünyada o dünyada seninleyem. Нас пригласил себе гость Азер. Мне очень приятно сегодня, что вы осчастливили меня своим визитом. Очень я рад. И я бы честно бы обиделся, если бы вы бы сегодня не позвонили бы в Штанаге. Пошел к пути. Мы приехали в город Андижан. Я ждал, что у меня будет теплая встреча с моим братишком Азером. Я благодарен Богу, что познакомился через Мусию Магомаева, познакомился через Элдар Мамедова. Ну вот видите, с теплым сердцем встречает меня мой братишка Азер. Защищает скоро свою диссертацию. Он выпустил свою книгу. Если он будет в честь всех наших в Ташкенте будет отмечать свое празднование, я буду тоже рядом, как вот со мной участвует ученик мой. Тимур Рахимов, путешественник, в Андижане. Спасибо тебе. Тоже спортсмен. Да. Как? Ну, боксер я. Боксер. Вот. Универсальный. Универсальный бой, типа, да? Да. Молодец. Вот, да. Даже слово, еще слово. Минадара. Аллах развелся.